Подготовки у нас было ровно один месяц, в которых мы провели серию товарищеских матчей. Поэтому, ну, чтобы сказать, стопроцентная готовность, наверное, сегодня нельзя. Но есть волевые усилия, есть характер игроков, и это должно сыграть самую большую роль. Ницца очень хорошая команда, которая имеет свой стиль игры. Это команда, которая владеет мячом, наверное, после Пари Сен-Жермен, наверное, на втором месте. У них очень хорошая группа игроков в атакующем действии. Хороший прием трех центральных полузащитников. Поэтому в комбинационном плане команда выглядит очень-очень эффектно. Может быть, последние матчи, которые были, что-то им не удалось. Но это очень сильная команда. И чемпионат Франции, он входит в пятерку лучших чемпионатов Европы. Очень важно то, что Ари практически восстановился и набрал хорошие кондиции. Ари, так же как и Фарфан, они готовы завтра играть. Они провели хорошую работу на тренировочном сборе. Ну и надеемся, что у них будет получаться хорошо не только как на сборах, но и официальных матчах. То, что касается Эдера, на мой взгляд, он сейчас в хороших кондициях. Другое дело, сколько он будет играть. 90 или немножко меньше времени, это покажет дальнейшие события в игре. Эдер нам в прошлом году очень и очень помог. Это квалифицированный нападающий, который себя неплохо зарекомендовал в чемпионате России. Все игроки, особенно те, которые были травмированы, в принципе, готовы к старту официальных игр. Кто-то в лучшей степени, кто-то в худшей. Состав, который будет заранее, мы сейчас сказать не можем. Есть ряд вопросов к отдельным игрокам. По поводу капитана. Капитан будет в этом году Денисов. Продолжать тот год, который мы начали. А дальше жизнь покажет. Какой настрой вашей команды? Настрой — первый официальный матч. Нам всем интересно очень. Мы все к этому матчу готовились. Тем более, что это матч выездной. На великолепном стадионе, в великолепном поле. Поэтому настрой очень хороший.